На акцию бесплатного правового консультирования брещанин Александр Непомнящих попал впервые. Мужчина пришел сразу с двумя вопросами. Один ему делегировал тесть, попросил узнать о недвижимости. Второй касался ситуации в жизни самого Александра. Мужчину сбила машина, в результате чего он получил инвалидность и потерял работу. Должен ли виновник ДТП нести материальную ответственность? И если да, то в каком размере? Эти вопросы он задал комиссии. Это, конечно, хорошо, что делают такую вот акцию. Не только нотариусы и адвокаты, потому что, если вы заметили, у меня было два вопроса. Один вопрос именно к нотариусу, как бы по поводу этого дома, а второй, это уже лично меня касается, но это уже судебное. Вам все ответят и все. Конечно, это здорово. Сегодня проходит традиционная акция по консультированию граждан, акция благотворительная. На ней традиционно присутствуют нотариусы, адвокаты, представитель органа ЗАГС, начальник отдела городского ЗАГС, заместитель начальника отдела принудительного исполнения. И в ходе акции традиционно граждане получают консультации, связанные с сферой органов системы юстиции. Несмотря на то, что акция была приурочена ко Дню Великой Победы, за консультацией могли обратиться не только ветераны или военнослужащие. Люди самого разного социального статуса, возраста, места проживания записались, чтобы задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ специалистов. Акция у нас проходит довольно часто, и они всегда пользуются большой популярностью. Приходит, много людей приходит не только именно вот сюда, к нам в палату, в нотариальных конторах очень много людей. Как правило, люди уходят довольны, они получают ответы на свои вопросы, если он не слишком сложный и не надо обращаться в суд за решением такого вопроса. Самыми частыми по статистике являются вопросы в сфере имущественных отношений, касающиеся оформления наследства, дарения и раздела недвижимости. Присутствие на таких мероприятиях широкого круга специалистов позволяет максимально полно рассмотреть каждую ситуацию и найти оптимальные пути ее решения. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.